5 декабря в ходе тренировочных мероприятий на центральном стадионе города и футбольном манеже города Одинцово прошло награждение молодежной команды, а также спортсменов 2005, 2008, 2009 годов рождения, занявших призовые места в первенстве Московской области по футболу в сезоне 2020. Достижение высоких результатов – это итог совместной работы самих ребят, их опытных тренеров-наставников.